В Лазаревском районе открылись сразу два пункта приема предложений по благоустройству дворов, парков и скверов. Один в администрации Волковского сельского округа, что в Дагомысе, другой здесь, в администрации Лазаревского района. Люди с каждым днем становятся все активнее. Приходят, пишут свои заявления, опускают в урну. Каждый день мы проводим выемку, смотрим. Комиссия подводит результаты предварительные. Ну и в конце месяца мы уже будем подходить к тому, что увидим, какие территории набрали большее количество голосов и что у нас будет включено в непосредственную реализацию в этом году. Светлана Синько мечтает о том, чтобы в сквер имени Кирова вернулся памятник, посвященный этому революционному деятелю, и о благоустройстве еще одного зеленого уголка сквера Адоевского. Его надо и озеленить, его надо и засадить, может, розами, чем-то таким, чтобы, понимаете, поставить там лавочки и убрать оттуда стоянку. Свои предложения сочинцы могут направить до 9 февраля. Для этого в холле зданий всех четырех районных администраций установлены специальные урны. Все предложения будут обработаны и уже до 26 февраля по самым интересным и важным будут разработаны дизайн-проекты. Я думаю, что в результате мы получим полновесные предложения и хорошую, значит, документацию, проектную и дизайн-документацию, в которой будут учтены предложения жителей, значит, будут выполнять профессионалы, значит, эскизы. До 18 марта специальная комиссия выберет приоритетные заявки по благоустройству дворов, парков, скверов и других общественных территорий, которые будут выполнены в течение этого года. Ну а сама федеральная программа формирования комфортной городской среды рассчитана на несколько лет. Тем не менее, активно подключаться сочинцам советуют уже сейчас. Елена Овсецина, Ольга Десятова, Арактаян, телекомпания ФКТ.